этот микро нуклеусик на 10 маленьких семейких. Это я так оставляю в зиму маточек для того, чтобы их сохранить до весны. Здесь вот 10 отделений. В каждом отделении можно по 2 рамочки держать. Можно 4 рамки. Значит, семейка, если побольше. Ну, допустим, вот сюда. Вот таких 4 рамочки. Ну, можно 5. Тут перегородка меняется и все. Укол напротив каждого, значит, маленькой семейки есть литочек. 1, 2, тут 3, 4, 5, так 6, 7, оттуда 8, 9, 10. Да, еще есть кормушки. Для того, чтобы мало, чтобы маленькой семейке дать немножко кормицу, чтобы маточка повеселей червить начала. Вот как раз кормушка такие. Здесь все воском пролито. Внутри поплавочек такой вот. Ну, все. Внутри стоят обогреватели, датчики температуры, вентилятор стоит. Правда, вентилятор я сейчас отключил пока. Ну вот как раз сейчас середина лета, начинаю готовить вот такие, значит, микрорамочки. Здесь рамочка, значит, обычная на 300. А здесь уже 4 штуки стандартные тоже получается. И вот они как раз сейчас основные семьи отстроят. И я сюда буду запускать маленькие микросемейки. Но это не сегодня. А пока отстроят день, два, три. Потом, когда корм запасутся. Так что в зиму должны пойти молодые маточки плодные. Ну все,